Экстренное торможение грузовика закончилось аварией на автодороге Меридиан. Момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора. Шофер большегруза резко затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Водитель легковушки, который ехал следом, сориентироваться не успел и влетел в грузовик. Ночью на улице Калинина и Каслинская столкнулись «Газель» и «Десятка». На грузовом автомобиле зафиксированы незначительные повреждения. Чего не скажешь о легковушке. Как сообщили в ГИБДД города, пострадавших нет. В Челябинске на улице Набережная столкнулись две иномарки. По предварительным данным, один из водителей превысил скорость.